Вы каждый смотрите в свою чашку. Куда-то через стол, верь, еще там на ящик. Зачем вам это нужно? А потом ждешь, когда остальные поедят. Так, некоторые уходят. У нас все распределение идет. Вчера вас не было, Мария Королева. А сын-то был здесь. Я сказал, где Мария, где? Она там, наверное, насиливает. У него где-то грань такая перерезанная, как будто бы. У него нет совершенно чувства, что это больно человеку. Он не знает этого. Он смотрит, и как будто так и надо. Что так не делается, он тоже этого не чувствует. Его надо брать в рамки. Ограничить еду. Всем в семье сбросить лишний вес. Посопоставьте и покажите пример первое. Повторяю, лишняя полнота у человека 4 причины. 4. Первое, прозаическое обжорство, лишние калории. Мясное, все это исключить. Зелень и то ограничение. Перейти на двухразовое питание. Весь мусульманский мир двухразовый. А у нас 3-4, а в Америке еще полники там какие-то. Первое, обжорство, лишнее. Да нет, у него диабет. Я говорю, диета 2, обед понятно, двойной обед. Выбросит из головы это. У нас в природе никогда не было толстого. Никогда. Все работали. Их просто не было. Сашка что-то хромает. Сашка? Да, хромает. Так он ногу проколол гвоздем уже 5-й раз. Ну, Надя, гвозди кто-то бросает и кто-то наступает. Углу школа там все заброшено, захламлено. Ну, кто-то виноват, он не виноват. Он отбрасывает эти... Не надо. Олег твой пьяный, твой племянник вышел, он что-то мешается, он ногой пнул, это стекла разбитые в банке, все стекла вошли в ногу. Пьяный, ночью, не понимаешь, что им пинает. Это у нас здесь было. Я говорю о том, что воспитание где допущено. Первое, это обжорство. Второе, лень матушка, лишний раз не потянет. Самое простое, гляжу, Егор упал. Упал? А что ты? Устал. То есть он не может держать уши свои. Сбросить эту лишнюю дурь. Ел, говорит, тайно, вывалил явно. Это болезнь. Если бы это была болезнь, ее бы обязательно привили животным, колхозным. Свиньям, коровам, чтобы не кормить, они жирные были. Не будет этого. Третье. Многоспанье. И лицо превращается в рожу. Харю, во что угодно, только лица уже там нету. Доменная печь, это не храм Божий. Храм Божий тот, который строится. И четвертое, я не знаю, какую роль занимает здесь, но очень большую, беспечность. У Егора, похоже, это на первом месте стоит. Ну, разницы никакой нет. Ему говоришь, молчит, что? Не знаю. Вот вчера случай был. Он обязательно найдет себе соратника. Если бы строги были товарищи, у него бы не было, он стеснен был. Но у него всегда нашелся Илюша. Они по разные стороны ставили умывальника. И давай, этот лед. И он видит, Егор, что лед, воду пройдет. Дальше. А виноват кто? Рожок. Он вот так вот бьет по рожку. Порошка нету. Что он сломал его там, отверстие больше, его это никак не касается. Его за это наказать надо. Лишить одного другого, что он почил. А его еще не решаешь, а у него его это и не надо. Его только надо одно место ставить. А зачем? Не знаю. Нежирный. Как не знаешь? Никита Тарасин, подними голову. Степа тоже не знает. Зачем? Просто так. Просто так. Это означает, что для тебя-то ничего в этом нет особенного. Для тебя-то обыкновенное. Каждый день ты можешь это делать. То есть он не считает это ущербом, еду за какую-то. Так, чашки, не старайтесь поставить. Подождите. Сиди спокойно. Это важный момент. Но тут не все. Это стоит на той стороне, Илюша, этот на это. Представь себе умывальник. Рожок. Рожок еще для себя. Добейтесь от него. Ты его делал? Нет. Это заказ. Специальный заказ такой умывальник сделан. Но он на этом не останавливается. А я стою сзади, он в это время у него вперед рвется, ему надо победу держать. Он не видит, что я сзади стою, его, у него совершенно вот это разумение. А тот скрытый не видит за умывальником. Что он дальше делает? Умывальник сделали так, чтобы он стоял ровно. Ровно стоял.
из тех как-то сделал, может быть, даже ошибочно, не вся вода вытекает. Если сделать, чтобы вытекала, тогда та вода вытекает вверху. Поэтому мы подстраиваемся под верхнюю воду. Ее надо наливать, шланги. А этот, то есть, ничего не стоит. Взял какую шланг-то, толкнул, и вода вышла вся. Тут вода склонилась в этой стороне. Ему надо обязательно Илюшку задавить. А Илюшка-то тот на той стороне крутится. А здесь вода с пеной лежит. Он руку опускает в воду, которая внизу, в тазу. Пена его туда. Для него грани никакой нету. Земля, не земля, там перец, он его в глаза кидает. Он не понимает, лупает глазами. В таком-то возрасте. Жалко, вас не было. Я бы его поучил. Но вас не было, я еще учил. Там мать передает, давала еще забухтить тут. Сына моего, у него мясо такое дорогое на заднице, а вот каждый килограмм стоит 1000 долларов. Я тебе уменьшу этот вес. Я им сказал, вот два столба рядом. Ты у первого стоишь, ты у второго. Этому первому, не понял где. Первый Егор. К умывальнику подходить, когда там никого нет. Иначе ты конфликт, и создашь конфликт. Я убиваю клин клином. Стой, никого нет, быстренько три раза. Раз, растер руки, второй раз, третий раз. Больше трех раз рожок не трогай. Только ткнул, что попало твое. А тебе на следующем место никогда не встречайся. Это наказание. Теперь пробеги туда и сюда. У маленька люди замер у столбушка, там, на который дрова я кладу. Тарасия не было, как вы жалеете? Он эту пену двумя руками. Тарасия вот сейчас, допустим, сидит, ему подают, просто так, подают еду. Но это ему не интересно. Он чашку примет, как все. Он тогда через стол, под столом и руку вытянет, а ты ему подай чашку, он тогда оттуда занесет и поставит. И он это делает не со зла. В нем кипучая энергия, ее нужно направить в нужное русло. Его надо запрягать. Мне сказали, я хочу проверить, так это или нет. Когда на костер везли чищу, твоя братья, вот эти ластощата, четверо, они говорят, Тарас ничего не делал, только прыгал, бегал вокруг и не помогал вести. Так было? Да, но я немного помогал. То есть немного, немного, значит, доехал и остановилась телега, да? Немного, это означает никуда. Ну немного, ты ложку поднял, немного не донес. Ну, наелся? Ну немного, вот я почерпнул, все. Ну немного, вот так вот стоял, пока помощь. Сытый будешь? Законченное действие. Так, Тарасию, избери себе достойного товарища. А лучше двух. И нагрузите там, где счищается, но сначала вот здесь соберите все щепки сейчас на тележку, а когда до краев она полностью набьется, тогда щищи можете привязать, вы все знаете, как делать. И уходите, и свалите где надо. Тарасик, не ерзай, ты главный. Его посередке, как коренного запрещь, чтобы он никуда не убежал. Уздечку ему в уста, уделами укращается такой. И приложи твою энергию, разрешается туда увести. И обратно. Можете кого-то посадить обратно. Тарасия обратно, он устанет. Пусть он ляжет, руки раскинет, его привезут. Так вот смотрите. Вот это Маша. Горе наше, выставай там. Вот иди сюда ко мне. Там кошка сидит. Посмотрите. Вы не думайте, что Маша, у ей полой юмор, она не старая блядка. У нее настоящий здоровый юмор. Вот она идет оттуда, а я сижу, гляжу на нее, как ты вчера заходила. Потихонечку пройди на ту сторону, а потом обратно, чтобы кошку не спугнуть. Ах, кошка-то услышала, ну ладно, она ее не видела. Пройди на ту сторону, гляди на нее, гляди. Внимательно, глядя потихоньку, мы смотрим, как Маша идет. Гляди. Это не так, вернись назад, как ты вчера там отдать. Чуть не ползком. Гляди, потихоньку так. Понятно? Вот это возьмите себе. Это уважение, это стеснительность на лице. Она бежит дальше за машиной, как колобок, только юбка шпачит. И так бежала быстро, что юбка за ней не поспевала. Вы должны увидеть самое хорошее, что у нас есть. Вот Егор второй плохо стоит в храме. Он все время ноги подгибает. Выгибает вот так. Вот это не даже. В храме пришел, как ноги поставил вместе, так и стоять. Понял? Замечаний нету. Пойдет.
У Коли, он вообще отсутствующий. Коли, я не знаю, как вы так могли заниматься, или считаете, что он ненормальный, больной, негодный никуда. Это один вопрос. Другой, понимаете, я показал, как он в один день работал. Он буквально вышел. Я работал с Илюшей, Илюша работает, сам берет, копает, еще не покажу делать. Работа. Работа из обезьяны делает человека, а без работы из человека делает обезьяну. Он так пьяный будет на остановке болтаться, искать пустые бутылки. Так, приготовились из-за стола. Так, Дарья Александровна, распорядись этим. Кому идти туда? Марина, возьмите себя мышцы. Все должны быть заняты. Вам 2 часа и теплее. Так, остальные все, вот распоряжение от Марина и Галина. Они решат, куда вам идти. Жуки собирать, это тазики, чтобы больше выходило. Надежда Васильевна просит кого-то. Ни шагу от нее. Мы топим баню. Виктор Николаевич, где у нас? Ушел? Виктор Николаевич просил меня им помочь ему. Можно? Чем поможем? Вот только как дадим сигнал в бане, все. Хорошо, хорошо. Надежда Васильевна, если сразу не заходишь, баня открыта. Не так, что 2 часа баня парится. Мне нужно 2 человек на картошку. Братья. Уже не ко мне, я отдал всех. Братья. Ты слышишь? Братья, надо мне. Ты слышишь, что я все отдал, у меня ничего нет. Я еду сейчас с Зоновыми, мы искать будем место. Я все расскажу, где как лучше. Обращайся, вот Марина звать ее, смотри сюда. А вот Галина. Как они скажут, так и будет. Так, здесь и Женя старший, Лестер с ним. Но остальные сами распорядитесь. Господи, ты дивно велик, хвала тебе. Милость твоя велика. Как горы Израиля, слава тебе, помилуй нас, благослови, мысль направ к горнему, к святому. Ты избрал нас, дал нам веру святую православную. Помоги нам сохранить ее, как сохраняли святые отцы, до смерти, до казни, и никто не отрекся из них. Укрепи народ твой, тебе Боже слава за все, Отец ты и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. А ты куда сейчас идешь? Надежда Васильевна. Делать волочь, выкупить меня. Надо отсюда подготовить площадку. Площадка. Вот, Володя свободен. Нет. Сестра, ты вроде свободен же, да, брат? Я не пойду за подготовку. А, с Никитой ты будешь? Да еще б мне кого-то поведет. Володя, ты с нами? Леченька сломалась вся, где ребятишки какие-то. Я знаю давно уже, давно. А, Володя выберет хлеб, сейчас нет. Ну а ты мне хоть одного брата дай на картошку. Никого нету, брат. Все распределены. Вот, Володя, подходи. А вам малыши нужны? Что тебе на картошку? Картошку вон, дайди Виталию, попроси. Синенький. Можно пойти. Ну сейчас можете сходить на жуков. Не сказать никому. Володя, одевайся, забирай все. Собирать.